Всем привет-привет, с вами Флешка, и это женские игры, и мы продолжаем развлекаться на карте Гиповолемия, да, повелители кровушки. Спасибо вам огромное за все ваши советы, и основное это то, что менюшку оружики и брони можно открыть через кнопочку C. Мы открываем здесь инвентарь, и можно впихнуть несколько книжечек с зачарованиями, что я, собственно, и сделала с луком. Я на него повесила Power и Infinity, это теперь замечательная штуковина. И на меч я ничего не... Нет? Вып. Нет, на меч я еще ничего не впихнула. И для штанишек здесь есть ускорение. И ускорение, когда вы спринтите, это можно настроить. Я немножечко ускорение убрала, потому что передвигаться совершенно невозможно. А для тапочек есть Jump Multiplayer. Я тоже его убрала в ноль, потому что непривычно прыгать на 3-4 блока вверх. И вот смотрите, какую я монстрятину забабахала. Это 40 Blood Dynamo, которые работают. Я же вспомнила, мне давали за квест вот эту батарейку. Я ее нашла и сделала еще одну. Мне кажется, еще надо будет сделать. Вот. И заряжала я здесь, драконьи блоки. Вот. 4 штуки заряженных. Просто. Надо было 2, но я сделала 4, потому что мне понадобится много их. Давайте закроем это задание, скажем, та-дам! И, наверное, вот сначала надо это задание сделать. И, собственно, Resurrection Stone, я понимаю, что он используется для ритуала воскрешения дракона. Но, ребята, я пошла и полностью разрядила меч на блейзах. Я набила кучу всего, просто огромное количество, и мне не упало ни одной души. Это крайне прискорбно, я расстроилась и такая, ой, все, что же делать. Я не знаю, возможно, стоит забабахать спавнер кого-то попроще, например, тех же курочек или свинок. Нам же давали спавнер? Да, нам давали спавнер, спавнер свиньи. Вот, надо им сделать загончик. Такое место для обитания. Сейчас я возьму фэнсы. У меня как раз есть 47. И вот здесь я подготовила маленькую площадочку. Я надеюсь, что они разбегаться не будут. Надо здесь еще стенки добавить. Да. Вот, собственно, такой загончик. Замечательно. Туда мы поставим спавнер свинок. Это самый обычный спавнер. Он должен спавнить свинок. Давай. Чё ты не спавнишь свинок? Хорошо. И его теперь можно, собственно, улучшить. Что-то ему там плохо вообще. Его можно улучшить. И как его можно улучшить? Для начала нам надо стабилизировать его драконик кором. Давайте глянем, есть ли у меня такое. Драконик кор. Нет у меня такой фиговины. Тогда скрафтим. Это самый простой вот такой вот драконик кор. Замечательно. И когда мы им... Сейчас по спавнеру сделаем так. Покемы. Все, у нас стабилизированный спавнер. И в левом нижнем углу мы видим, что это у нас свинки. Requires player, правда. Игнорирует спавнер requirements. Возможно, у него какие-то спавнер requirements есть странные. Хорошо, смотрим. Второй уровень, нам нужен уже Виверн Кор, он должен по-другому выглядеть. О, да, где ты, Виверн Кор? Смотрите, как спрятался, нам надо 4 драконик кора. Раз, два, три, 4. Запихнули и делаем Виверн Кор. Возможно, им нужна травка, чтобы исполниться, мне кажется. Ей! Это уже второго тира, и походу ему нужна травка. Черт. Хорошо, что нам требуется для третьего тира? Для третьего тира нам нужен Awakened Core, пробужденный. И он уже делается из, собственно,
К драконе... Господи, драконе у минготов. Возможно, ему нужна травка. Давайте сделаем себе такую штучку из extra cells. Extra cells, которая нам будет заменять блоки. Это называется ME-блок-контейнер. Ничего у меня на него нет. Это просто замечательно. И еще ME-storage-housing. Спасибо. И у нас ME-блок-контейнер. Просто так им пользоваться нельзя. Нам еще нужен ME-chest. ME-chest у меня его нету. Так что скрафтим ME-chest. Я показывала эту фиговину на... На чем? Я показывала эту фиговину на горизонте. Итак, ME-chest. ME-chest в энергии не нуждается, так что я его сюда... Или нуждаю. Он нуждается в энергии. Вот же ж, крокозяка. Ой, давайте его здесь поставим. Сюда мы вкладываем карточку. А сюда закидываем блоки. И я возьму грязюньку. Дирт. Дирт. Замечательно. Накидываем сюда грязюньки. А теперь берем эту штуковину. Ее не надо заряжать, она так работает. Shift PKM, она режиме меняет. Я поставила 3 на 3. И оно ничего не делает. Может, тебя зарядить надо? Давайте попробуем ее зарядить. Нет, у нее нету заряда. У нее нет заряда. Возможно, она не работает с этими блоками. Это очень даже может быть. Давайте попробуем с каблой. Вот. А, если есть рядышком кабла, оно сработает. А ну-ка. Оно очень странно работает. А, вот. Я буду по соседнему блоку долбить. И оно сейчас все будет работать. Странная штуковина, не так, чтобы сильно стабильная или еще чего-то. Но, видите, как бы, когда не хочется переставлять это все ручками, работает. Пока мы не дойдем до палки-заменялки из Таункрафта. Вот как-то так. Мне нравится. Главное, что не руками. Вот серьезно. Вот так. И сейчас мы, наверное, возьмем и... А, теперь ты не хочешь, да? Пи-пи-пи. Вот последний блок придется ручками поставить. Ну и все. Эть! А вылезти-то как? Вот так вот, наверное. И давайте возьмем Nature Essence. Видите, как я передвигаюсь? Это просто фантастика. Возьмем Nature Essence. И она, да, ее нельзя положить в систему. Пускай себе лежит вот здесь в сундуке. Nature Essence. И потыкаем по земле. Сделаем много-много травушки. Возможно, свинкам... Вот! Есть травушка, есть свинки. Все замечательно. Все прекрасно. Смотрите, какая красота. Привет! Я вас так видел. Я буду их уничтожать. Правда, у меня ручки не достают. А, они на меня агрятся. Отлично. Ты пытаешься там сбежать? И вот я не знаю, сколько мне надо будет их убить, но они будут у меня под боком, и я смогу их фармить. Потому что я уже и пошла в подземелье. Там искала монстров. В смысле, в шахту самую обычную, ванильную. Я уже пошла в Незер, там нашла спавнер блейзов. Это было чуть-чуть быстрее. Но, блин, все равно это было очень-очень уныло. И, кстати, стабилизированный моб-спавнер. А мне его теперь в ручки надо взять, чтобы мне засчитало здание, да? Ну, давайте попробуем. Все, что я в него вкладывала, должно вывалиться. Вот так вот. Мне задание засчитало? Я надеюсь. Он у меня разбился и не стал перестал быть свинячим. Мне теперь в него надо душу свиньи впихнуть, которой у меня нет. Зачем я это сделала? Ну, вы поняли, чем я буду заниматься, когда мне будет скучно. Мне даже теперь не на чем вылезти. Смотрите, что я сейчас сделаю. Вот.
вот флешка просто расточительность 90 уровня. А сегодня, сегодня я сделала крутой лук. Я зарядила свою броню. И знаете, что я хочу? Я хочу сходить в Энд и убить дракона. Потому что я очень хочу сделать себе хотя бы тушку из пробужденного драконитового металла. Вот. И очень хочу летать. А мне летать охота. Серьезно. Так что сейчас я посплю, сделаю много глазиков и пойдем искать этот портал. Нам сейчас главное найти портал. Я с собой взяла вот эту прокачанную штуковину. У нее заряда вроде достаточно или нет? У нее заряд только 15. Давайте возьмем эндер перлов. Отфил. Ну что ж, я практически готова. Я еще взяла с собой Ender Arrow. Это если мы окажемся на платформе вне острова. А теперь давайте посмотрим, в какую сторону у нас глазики ведут. Ну что ж, я пошла искать. Та-дам! Та-да-дам! Вот так вот я нашла его. Я очень-очень долго плыла через океан. И это впервые, когда я нашла портал под водой. Серьезно, это было очень долго. Вот просто нереально долго. И сейчас я соберусь со всеми своими силами и попытаюсь не умереть там в краю, а убить дракосика. Только возле острова, пожалуйста, только возле острова. Спасибо, спасибо. Возле острова это очень хорошо. Так, там у меня эндермены. Это лучше копать вот этим. Я тут скоростную копалку включила, когда искала. Так, мы здесь. Блин, надо стрелы убрать вот эти. Так, как-то вот так. Они мне сейчас не понадобятся. И мне нужен Rapid Fire. Вау. Полегче. Или же нет, мне нужен этот прицельный. Отстаньте, эй! А чё за кипиш? Ну, в общем, дракона я бью очень хорошо, но мне надо позбивать сначала вот эти штуковины. А в этом деле я крайне неметкая. Да отстаньте от меня. Броня просто шикарная, ребята, серьезно, вот. Не знаю, что еще сказать про броню. Она просто бомбезная. И... Ей! Сначала разберусь с теми, что попроще. А потом буду разбираться с теми, что посложнее. Потому что я не слишком меткий человек. Итак. Еще этих штуковин столько здесь. Да перестань ты меня бить. Не, ну я понимаю, что ты как бы защищаешься, но все же... Я пришла к тебе в гости, а ты меня бьешь. Твои друзьяшки меня бьют. No! Черт! Так. Сигила магнетизации, пожалуйста, до свидос. Ой, сейчас меня сбросят отсюда просто. Стрелы. Я думала, что я вами воспользуюсь, но вы мне пока что только вредите. О, я опять на кого-то посмотрела. Да что ж такое-то? Нет. Где? Может, ты мне душу свою отдашь? Вот за душу я была бы благодарна. И знаете, Enchant Infinity на луке для такого меткого стрелка, как я, это просто как манна небесная. Потому что я и попадать... Нет. Мимо. Возможно, чуть-чуть ниже. Еще ниже. Нет. Что ж такое-то? Оу, ей! Это было сложно. Просто я даже не вижу, куда летит стрела. И такая, куда я попадаю? Но вот с этим прицельным, типа,
Как он называется режим? Rapid — это быстро, это шарп-шутер, то есть прицельный стрелок, и с этим можно уже жить. Еще бы эндермены под ногами не мешались. Видите, оно как бы зумит немножечко, вот как в хорошем оружии, знаете, в игрушках там ты ПКМ делаешь, и оно тебе немножечко цель приближает. И вот с этим будет сложно. Дракон. Дракон, не мешай, пожалуйста. Ты не видишь, я занята. Давайте, ребятушки, я, наверное, убью дракосика и вернусь к вам. Смотрите, сколько здесь этих стел. Просто оттас какой-то. Может, это из-за Draconic Evolution столько их здесь? Хотя не думаю. Их просто много. Но вы зацените, насколько хорошо меня броня защищает. Она, конечно, разряжается. Причем разряжается больше тапочки. Да блин, ты меня так сбросишь скоро. Тапочки быстрее разряжаются, потому что хейст очень часто используется. Вот. И у них заряд крайне быстро падает. А с какой стороны было бы удобнее это все сделать? А что, взорвало, да? А почему бодабум не было? Ха, ну я продолжу. Ну вот, собственно, все эти... Все? Все же я уничтожила, да? Я умница? Все уничтожила? Кажется, да. Но куда он улетел, я без понятия. Ты куда, дружочек? Вот он. Вот он, вроде бы полосок к нему нигде не тянется. Я здесь переключусь в Rapid. И попытаюсь его задубасить. А, нет, я одну не разбила. Смотрите. Но... Еще эти эндермасики в меня постоянно чаржатся. Давайте попытаемся эту еще разбить. Ой, это крайне сложно. Они такие высокие, знаете. И совершенно ничего не видно, что там происходит наверху. Да умри ты. Так, еще одна колонна. Ты что ж ты толстый-то такой? Давай, 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 иди ко мне. Давай. Давай, давай. Спускайся. Спускайся. Он чуть-чуть подхиливается под эту последнюю. Или нет? Ну, чё ты? Эти просто беснуются. Ну, я не знаю, даже с последней колонной я сейчас его быстренько задубасю, потому что меч... Нереально крутой. Я очень хочу следующий меч. Мне кажется, что... мне не кажется. Я очень надеюсь, что с этим крутым мечом будет больше шанс получить... Что вы меня бьете? Будет больше шанс получить душеньку. Оп. Я умудряюсь даже несколько раз их ударить. И вас поубиваю, потому что что? Потому что мне нужны душеньки. И у меня есть надежда, что с вас они будут падать хорошо. И где мой дракосик? Вот мой дракосик. Можно переключиться в Rapid. Он плохо целится в Rapid. Ну, убивает так неплохо. Я же повесила Power 4. Мало того, что у этого лука... Просто шикарный урон. Так еще и Power 4, это просто шикарно. Но еще бы мне меткости немножечко было бы. Я не знаю, куда я стреляю. Вот когда он летит на меня, вот можно было бы попасть, но все равно флешка не может в меткость. Просто. Ну серьезно, попади ты хоть раз. Вот если бы были бы реальные стрелы, вот все, атас. Я бы уже давно израсходовала все свои стрелы. Ну, не, лучше пускай спускается, я лучше его ручками. Куда ты сразу разворачиваться? Иди ко мне, давай, дружочек. У меня тут хорошо. Ты же дракон? Дракон. У меня драконевый лук. У меня драконевый меч. Пошли, я вас познакомлю, что ли. Не-не-не, давай спускайся, я не хочу, чтобы ты так высоко умирал, потому что потом лезть туда, собирая это все, и это слишком, это уж слишком. Давай спускайся, давай,
Последняя конфетка для тебя. И почему-то странно, вот пол острова не прогрузилась на карте. Ты спускаться будешь, дружочек? Пикируй давай ко мне. Я скучаю, мне тут одиноко. Иди ко мне. Смотрите, какой неумолимый господин. Спускайся давай. А то умрешь сейчас там, на высоте. А мне как собирать потом все счастье? Я ж хочу и сердечко, и опыт. Еще что-то там с тебя падает. О, давай. Юху! Юху, ребятки, мы прошли Майнкрафт. И, собственно, здесь у нас... Черт! А вот это не очень хорошо. Знаете почему? Потому что оно сейчас эвейкнется и упадет. А я не могу здесь ничего сделать. Оно должно было появиться под этим алтарем. Ну, надеюсь, что оно сейчас появится. Если оно исчезнет, я буду крайне расстроена. Вот, серьезно, крайне. И да, вот так висеть, оно долго висит достаточно. Достаточно долго. Так что, пауза. Вот только зацените. Оно туда упало. Оно туда просто упало. Ядрить его налево. Ой, все. Не хочу даже ваше кино слушать. А здесь его нет. Ребята, мне кажется, что я его заслужила. Потому что, ну блин, я дракона убила? Убила. Это нечестно, что оно там упало. Серьезно. Вот. Итак. Нам нужна сердечко. Оно как-то там кор называется. Нет? Awakened. Wake. Ха. Вот, собственно. Одно сердце. Одно сердце и все. Фух. Что теперь нам надо с этим сердечком делать? Во-первых, немножечко разгрузиться всеми этими вкусняшками, которые у меня есть. Что мне теперь надо? Мне надо 4. 4 блока заряженных дракониума. Дракониумовых. 4 только. Мне надо ТНТ. ТНТ? Нет ТНТ? Опа. ТНТ. Давайте возьмем. Давайте возьмем Flint and Steel. И что еще, что еще, что еще? А, еще надо 16 коров. Коры. Вот эти драконик коры. Нам надо их 16. Я сделаю стек и возьму только 16. И сейчас мы будем делать пробужденный дракониумовый металл. Итак, что нам надо сделать? Нам надо поставить или бросить? Кажется, бросить сердечко. Да, было бы хорошо выключить магнит. Выключить магнит. Бросить сердечко. Возле него поставить ТНТ. И, собственно, зажечь. Та-дам! А теперь надо покормить это сердечко вот таким вот образом. Ты дотянешься? Вот, оно все скушало. И теперь поставить ему 4 этих блока. Раз, два, три, 4. И отойти желательно. Потому что сейчас вот происходит процесс. И оно взорвется, оно исчезнет. То есть нам придется еще раз дракона убивать. Но оно должно зарядить нам вот этих 4 блока. Если вы поставите больше, чем 4 блока, то ничего не произойдет. То есть оно упадет на землю, дропнется, вам 16 вот этих драконьих коров никто не вернет. Вы просто впустую потратите 16 драконьих коров. Юху! И теперь можно себе делать, во-первых, тушку. Я очень хочу тушку, прям очень-очень хочу тушку. Я надеюсь, что мне на нее хватит, и с одной тушкой я смогу летать. Итак, мне нужна вот тушка. На тушку мне надо Awakened Core. Я вот все разложу. Значит, на тушку мне надо Awakened Core. Это у нас 4 Виверн Кора,
Это 16 вот этих, это просто атас. 4, раз, два, три, 4. Незер старый, и тут как просто. Здесь мне опять нужен еще один Виверн Кор для батарейки, так сказать, и Виверн Энерджи Коры. Раз. Драконим кончился? Не может быть, я просто все в блоках держу. У меня еще не обжаренного куча, так что не надо мне тут рассказывать. Что я делала? Я делала для тушки вот эти штучки. Я сделала одну, надо еще три. Хорошо. Есть. И, собственно, тушка. Почему не выложилась вот эта звездочка сверху? Я же тебе сделала или не сделала? Awakened Core. Теперь сделала. И оп. Снимаем с себя курточку. Вставляем ее сюда. Та-дам! Chestplate. Хух. Мне уже показалось, что я сделала хелмет. Серьезно, ребята, мне показалось, что я хелмет сделала. Я прям расстроилась, и в нее влезает 10 миллионов. Как хорошо, что в моей батарейке 30 миллионов. Подождем, пока зарядится. Пока заряжаются мои вещи, я тут пыталась лук сделать, и... Черт. Мне не хватило буквально одного слиточка. Просто одного слиточка, так что жди меня, Resurrection дракона, как только я набью побольше вот этих душек. Итак, тушка на мне. Мечик. Мечик еще до конца не зарядился, но все равно у него атака. Плюс 40. И да, я летаю. Ребята, я летаю. Юху! Наконец-то. Просто наконец-то. Давайте сходим в край и поохотимся на драконов. Right click, to телепорт. Как-то так. Окей. На драконов хотела сказать, поохотимся. На эндерменов. Они мрут с одного удара. И это просто замечательно. Их здесь огромное количество. Давайте включим лапу. И у меня 90 уровней. У меня просто 90 уровней, ребята. 90 уровней. Это... Смотрите, по двое, по трое. Уху! Уху! Кто заказывал эндерперлы? Да поделитесь душами, сердечки, все что только угодно, но не то, что я прошу, серьезно. Смотрите, падает просто все, кроме того, что мне надо. Это крайне несправедливо, вам не кажется? Ей, душа, первая душа. Уху! Ей, здесь можно фармить их, это замечательно. И знаете, что мы будем делать в следующей серии тогда? Я заряжу, я сказала. Еще 4 кубика. Это займет у меня некоторое время, вот, заряжу, и мы с вами будем воскрешать и убивать дракона еще раз. То есть мне сейчас надо копить кровушку, копить дракониум, заряжать его, убивать драконов, взрывать. Собственно, вы поняли, чем я буду заниматься. Еще мне надо огромное количество Незер Старов, тоже я уже вывела семечку. 10-10-10, чтобы делать головы визоров. Вот. Потому что очень-очень не хватает мне Незерстаров. Мне это реально нравится, ребят. Просто нравится. Ну что ж, на этом все. На этом все. Я продолжу геноцид этих бедных существ. И увидимся с вами в следующей серии на воскрешении. На воскрешении. Знаете, это очень символично. Только вот недавно прошла Пасха, а мы будем с вами воскрешать дракона. Смешно, правда, даже. Ну что ж, на этом все. С вами была Флешка, и всем пока-пока.